Всем привет, с вами AirPrograms, и сегодня мы рассмотрим такой конструктор, как тильда. Переходим на сайт, регистрируемся, кто не зарегистрировался. Кто уже зарегистрировался, переходим в вкладочку «Войти». Вводим логин. Пароль, подтверждаем, что вы не робот. И заходим в свой личный кабинет. В данном уроке мы рассмотрим вкладки «Мои сайты», «CRM», «Тарифы и оплата», «Профиль», «Найти дизайнера», «Справочный центр», «Вебинары», «Уроки и статьи». Начнем с вкладки «Мои сайты». То есть в данной вкладке вы будете видеть, какие проекты у вас созданы, вот, то есть какие странички вы уже сделали. Вот. Так, дальше CRM. CRM вкладка, то есть тильда CRM, система для работы с заявками клиентов. Вот. Оптимизируйте и улучшайте уровень обслуживания в компании, ведите учет клиентов и историю взаимоотношений с ним на листах и заявок. То есть можно будет это прочитать, что это из себя представляет поподробнее, если вы захотите все это более углубленно изучить. То есть можно будет это перейти. Вот, то есть CRM система предназначена для работы с заявками. То есть если на вашем сайте кто-то будет оставлять заявку, она будет приходить именно сюда. Либо же на вашу почту, если будет интеграция сайта с почтой, то есть заявка будет приходить также на почту. Вот. Дальше вкладочка у нас «Тарифы и оплата». Вот. Здесь вы сможете увидеть ваш тарифный план, вот какие лимиты у вас по тарифному плану. То есть это на данный момент это базовый тарифный план. Вот, какое максимальное количество проектов может быть здесь. То есть количество страниц для проекта. То есть один проект, 50 страниц на него так выделяется. Объем загруженного файла 50 мегабайт. Вот пока что никаких проектов не было создано. Поэтому тут все по нулям. Вот. Далее вы можете посмотреть, сколько будет стоить тарифные планы. То есть это... сколько будет стоить это в месяц, сколько это будет за год, то есть какой тарифный план, что из себя представляет, то есть можно посмотреть тут даже все тарифы, то есть это в зависимости от объемов производимых проектов, вот, то есть если на одном аккаунте вы будете делать несколько проектов, несколько сайтов, вот, то есть вы подбираете тарифный план под себя, то есть естественно. Вот где-то здесь какие-то есть даже бонусы. Где-то, если покупаете тарифный план персонал, вам дается один сайт, 500 страниц и 1 гигабайт места на сервере. Вот, также дается бесплатно домен в подарок. Вот, и плюс white label. Вот, это при покупке данного тарифного плана. Можно будет покупать как на месяц, так и на год. То есть это уже вы будете сами смотреть, что вам более-менее удобно. Дальше вкладочка «Профиль». В вкладочке «Профиль» вы сможете увидеть свое имя, то есть которое вы прописывали при регистрации. Вот, электронную почту, опять же, которую вы прописывали при регистрации. Подобрать язык, страну. Вот, и можете сменить пароль. То есть можно поменять пароль в данной вкладке. Так, следующая вкладка «Найти дизайнера». В данной вкладке вы сможете подобрать себе дизайнера под свой проект. Вот. То есть, нажав на данную вкладку, можно найти себе дизайнера. Если у вас такого нет. Вот, следующая вкладка — это справочный центр. Здесь вы можете посмотреть, какие, скажем так, вопросы тут рассматриваются.
То есть что-то может, на что-то может найдете ответ, где-то сможете и написать в справочную службу, в техподдержку. Я думаю, они вам помогут. Вот, в принципе, если вам что-то непонятно, можете писать мне в комментариях, указывать. Я, если что, подскажу. Вот. Я думаю, здесь вы тоже разберетесь. Следующая вкладка – это вебинары. То есть вебинары – это они рассматривают различные вопросы по тильде. То есть интересные моменты рассматривают. Ключевые. То есть что, как работать вообще с тильдой. То есть какие вообще есть тильде плюшки, скажем так. Вот. Так, следующая вкладка «Уроки и статьи». То есть «Уроки и статьи». Здесь также идет как поучительный процесс. Вот. Сам процесс создания сайта, то есть анимация, то есть взаимодействие с сайтом, адаптивность. Все эти моменты здесь они есть. То есть можете перейти, спокойненько посмотреть. Сайт с нуля, видеоуроки, маркетинг. Так, контент-маркетинг, реклама, стратегия, соцсети, SEO, оптимизация, email, аналитика, другое. Дизайн. То есть как работать с дизайном, бизнес, история, курсы. То есть здесь это тоже можно все посмотреть, пощелкать, попереходить. Вот, я думаю, тоже сможете с этим всем разобраться. Вот, в принципе, в данном уроке это все. В следующих уроках мы рассмотрим, как же создавать сайты. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих уроках.